Рядом со мной Елена Сизова, Сизовс Продакшнс. Елена, что у вас в руках сегодня? Здравствуйте, здравствуйте. У меня в руках, конечно же, ТВ-шанс и ее ведущая. Ну и, конечно же, тот самый пресловутый, замечательный сертификат, который разыгрывается сегодня в очередной раз. И кто его выиграет, решит фортуна, решит судьба, друзья мои. Елена, всегда сертификат по-разному выглядит. Сегодня что там написано? Сертификат выглядит по-разному лишь только потому, что креативная компания Сизовс Продакшн обязательно делает разные сертификаты, чтобы и нашим гостям было интересней. И я никогда не повторяюсь. Я всегда делаю все креативно, все в новинку, все заново, все как будто бы в первый раз. Елена, у вас всегда столько много разных изменений в жизни. Вот что у вас произошло с последней пиар-вечеринки? С последней пиар-вечеринки у меня произошел новый проект. Сегодня мы представляем новую песню Марии Медведевой. Она сегодня у нас дебютантка. Вместе с Лорой Камбо они представляют песню «Дима». «Дима, так хочется интима!» Аж упала от радости. Ну что же, друзья мои, и у меня новая песня, называется «Шоколад». Что у нас еще нового? Мы концертируем, мы даем благотворительные концерты, мы готовимся к Новому году. И, конечно же, мы пишем новые песни, клипы. Елена, как сегодня будет происходить розыгрыш? Опять ваша счастливая рука будет определять победителя? Ну, рука у меня действительно счастливая, но победителя будет определять Господь Бог и фортуна. Мы кидаем мои фирменные карточки в лототрон. Лототрон крутится, мы вытаскиваем счастливую карточку. И вот оно, Хэппи. Хэппи, так называется тот самый караоке-клуб, где мы находимся. Тот счастливый, счастливый билетик, который выиграет сегодня. Кстати, в прошлый раз я угадала, вы меня спросили, женщина или мужчина выиграет, я сказала, женщина. А сегодня? Да, сегодня. А сегодня, хочется сказать, а сегодня выиграют собачки и кошечки. Нет, сегодня, я думаю, что сегодня будет парень, и я буду ему снимать клип. Елена, кстати, как вам локация? Мы находимся в караоке-клубе имени Агаларова. Как вам сегодняшняя локация? Локация шикарная. Администрации огромная благодарность, во-первых, за такой прекрасный прием, такую прекрасную атмосферу и такое прекрасное название. Хэппи, друзья мои, это счастье. Счастье, и да будет вам счастье всегда. Елена, какие пожелания всем, кто сегодня будет выступать? Кто-то будет новичком, кто-то уже давно выступает. Что вы им всем пожелаете? Ну что ж, друзья, я желаю, конечно же, творческих успехов, чтобы все получалось на сцене, как в жизни. Живите на сцене, и тогда ваша жизнь превратится в настоящий хэппи!